Всем привет! Вчера приехал в Тарусу, а значит, сегодня есть у меня возможность половить на оке. На оке сейчас ситуация такая неоднозначная. Рыба клюет какими-то короткими выходами. То есть в течение дня это может быть час или два, а может быть и полчаса. И этот период все время сдвигается. Поэтому вот если регулярно ходить на рыбалку, где-то из трех рыбалок две бывают вообще пролетные. Ну, а на третью вдруг вот попадаешь на этот выход, и рыба ловится. Ну, сегодня я на оке и попробую что-нибудь поймать. Как обычно, на оке рыбалка начинается с поиска подходящих мест для ловли сегодня, потому что уровень все время меняется и рыба тоже смещается. То есть насверлил ряд лунок, сейчас нужно найти границу течения и стоячей воды. И где-то вот на этом уровне обычно держится рыба. Ну и потом сверлить вдоль этой линии, вдоль берега. Для поиска рыбы на оке я обычно использую калужский шарик, как проверенную снасть. Но сегодня тоже не буду изменять традиции. Возьму сначала граммовый, довольно тяжелый. Посмотрю, где какое течение. Ну, а там уже можно будет какие-то другие снасти доставать. Калужский шарик много раз показывал, но кто первый раз смотрит, это шарик вольфрамовый, скользящий свободно по леске, а на конце крючочек такой вот со всякими наплывами, утолщениями. Можно ловить как на безмотылку, но я чаще ловлю с подсадкой опарыша. Опарыша лучше выбирать помельче, сейчас в глухозиме крупная насадка ни к чему. Лучше было бы, конечно, чернобыльника, но сейчас его у нас практически не достать, все снегом засыпало. Вот, беру такого маленького опарыша и подсаживаю на крючочек. Так, ну здесь течения практически нет, даже я бы сказал обратное течение. Значит, можно сверлиться речнее. Первая поклевочка, и это ёрш. Здесь ёрш преобладает в уловах почти во всех лунках. Ну вот и здесь клюнул, но не сразу, пришлось поиграть, видно, он где-то был в отдалении, но подошел на игру такой ёршишка. Попробую сейчас чуть речнее. Снегу нападало много и выдавил воду. Под снегом много воды. Так, на граммовый шарик что-то поклевок практически нет. Сейчас попробую более легкую снасть поставить, полграмма. Тоже калужский шарик. На него обычно у меня больше поклевок. Снасть поделикатнее, и рыбка охотнее клюет. Уровень воды, кстати, упал с прошлой рыбалки минимум на полметра, то и больше. Соответственно, и стоянки рыбы изменились.
Кто там? Микроёршик, наверное, да, точно. Я когда посек, даже не почувствовал, что там рыба какая-то настолько мелкая. Да, пока ничего мне не удается нормального найти. Одни микроёршики. Похоже, что рыба отсюда куда-то свалила. Надо искать в других местах где-то. Рыба берет очень высоко. Подлещик микро. Взял прям метр, где-то пришлось поднять приманку. Только тогда клюнул. Так, что-то мне тут все перепутал. Зараза такая. Как так умудрился, даже не знаю. Так. О, лещ. Супер лещ. Ну, здесь вот чуть поглубже, и хоть какая-то рыба. И ёршик, и подлещик. А то вот до этого там помельче вообще не было поклевок никаких. Ага, чуть покрупнее, чуть-чуть. Окунек. Окунек на мотылька среагировал. А на другие варианты не хотел. Вот окунь какой, зараза. Оказывается, он мотылька хочет сегодня. Но опять же рыбка мелкая. Вот и лунки хоть разнообразие какое-то. И ерши, и подлещики, и окуньки. То вообще не было почти ничего. Опять мелкий ёж. Самый мелкий сегодня. Так, ладно. Мотыля я попробовал, понял. Клюют редко мелкие окуньки, а в основном мелкие ёжики. Они нам не нужны. Так, вернусь обратно к опарышу. У него хоть белая рыбка какая-то попадается периодически. Блин, какую-то палку еще поймал, а? Вот ё-моё. Как же так? Где-то у меня отцеп был. Половил на этом месте, наверное, часа полтора. В общем, клюет одна мелочь. И то, только вот в одной лунке в основном. Еще зацепил чертик свой любимый, оторвал. Взял отцеп отцеплять и его утопил. В общем, расстроился. Ладно, сейчас еще схожу в заливчик, там попробую, там бывает поклевывает рыбешка. Ну и, наверное, все. Сменил место, пришел в заливчик. Ну, здесь рыба тоже в основном не крупная. Ну, попробую, может, что-нибудь ей попадется. Пришел в заливчик, попробую здесь половить. Народ здесь сидит, но говорят, что либо не клюет ничего, либо редко-редко окунек. Ну, посмотрим.
баба. Так. Традиционный ёршик. Я все-таки думал, что-нибудь другое. Нет. Опять ёршик. Буль лежал. О, кто-то покрупнее. Окунёчек. Не крупный, но все-таки окунёк, приятно. Сегодня, похоже, день мелкой рыбы. Везде, где хоть какие-то поклевки были, клюет только мелочишка. Бана. Подошли мелкие окуньки. Это пестренький в точку. Давай, давай. В лунку обратно. Главное найти, где место стоянки рыбы, и поклевки будут. Ты так идешь, идешь. Лунка. Сейчас проверил, там, наверное, лунок 10. Ни одной поклевки. Ну, здесь вроде кто-то живет. Калужский шарик очень универсальная снасть. В том смысле, что на нее реагирует почти вся рыба. Вот есть специализированные снасти, там какие-то мормышки, вот, на которые только окунь клюет. Ну, не только, но в основном. Есть какие-то плотвины. А вот на калужский шарик... О! Вот только опустил. О, королевский ершина клюнул. Прям как включили клев. Прям одна за другой, одна за другой. Сейчас, если такой продолжится, вот это уже хороший такой, жирненький. Если продолжится такое, можно будет какую-то без мотылки опустить. Ну куда ты вылез, дурак? Я ж тебя опустил, он обратно выскочил. Ёж какой-то бестолковый. Из лунки обратно выскакивает, уплывать не хочет. Вот еще кто-то. Окушарик. То окунек, то ёршик. То окунек, то ёршик. Ну, по крайней мере, весело. То я сегодня большую часть рыбалки просто смотрел на кивок, а рыбы мало видел. Ага. Нифига себе, ёж так высоко взял. Видно, поднимался за приманкой. Я поднял где-то сантиметра на 40, и он клюнул. Да, после рузы, конечно, вот эти мелкие рыбки смешными кажутся, но так для души половить вполне можно. Ваш подписчик, я вам подарю мормышечку. Вот на нее окунь берет. Все перепробовал, только вот на вот эти были поклевки. Попробую. Но уже, наверное, не сегодня. Ну, это как пойдет. Понятно, спасибо. А я, как говорится, где будет, где прибудет. Я сегодня чертика любимого оторвал. Ну вот, компенсация хоть мормышка. Спасибо. Клевало здесь так бодро и перестало. Сейчас попробую в соседней лунке. Может, туда рыба убежала.
Смотрим, что здесь у нас. Есть кто-то. О, ребята, плотва. Отлично. Средненькая плотвичка. Наконец-то клюнула. О. Вот такая вроде бы не крупная рыбка. Но я ей так рад, потому что сегодня целый день клевали совсем такие мелочишки. Ерши, окунишки. Ну вот, наконец-то плотвичка. Спасибо тебе, подруга. Подсластила сегодняшний день. Не знаю, поймаю еще что-то или нет, но уже я рад. Здорово. Не пойму, то ли за лед зацепился, то ли кто-то там понюхал. Сейчас посмотрим. Еще кого-то поймал. Еще плотвичка, но это, конечно, совсем мелкая. В этой лунке живут плотвички. Но это совсем живцовая такая. Первая-то была покрупнее. Тоже, конечно, не особо, но все-таки. Все, рыба ушла на дальний кордон, поклевок больше нет, буду собираться и домой. После рузы, конечно, сегодняшняя рыбалка можно считать неудачной, но смотря что считать за удачу. Конечно, если сравнивать размер рыбы и количество, то да. Ну а так, в общем-то, на рыбалке-то был, рыбу видел, даже ловил. Размер, конечно, не очень, но тем не менее. Как говорят, день, пройденный на рыбалке, еще жизни не идет. Вот. Ну все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока.